Вот, посмотри, это те же колонны. Значит, Дрейк сделал эти пометки, когда был здесь. Там сказано, где вход. Думаю, я смогу расшифровать. Отверстия для чего-то нужны. Надо просто найти нужный рычаг. И как это сделать? Здесь полно таких отверстий. Должна же быть подсказка. Мы что-то упустили из виду. Енохианский язык. Послание от Дрейка? Расшифруешь? Попробую. Луна укажет путь. Луна? Здесь? Ха, не буду я тут до вечера торчать. Я думаю, это загадка. Я помечу на карте. Будешь черкать прямо на карте Фрэнсиса Дрейка? А что? Ему уже все равно. Тут на полу вырезан символ. И если встать здесь... Точно! Салли, иди к той колонне. Елена, ты к тому, у дальней стены. Я тут встану. Так, теперь нащупайте там рычаг. Вот как? Надо потянуть за них одновременно. А вдруг ты ошибся? Мне дорога рука, я ею часто пользуюсь. Ну, давай. Раз, два, три. Точно нужный рычаг? Тихо. Я же говорил. Чтоб мне провалиться. Да, удивительно. Но почему это веками хранилось в тайне? А что Дрейк должен был найти? Мы точно не знаем. Сокровище? Что же еще? Богатство исчезнувшей цивилизации. И, конечно, все запутано. Угадала. А те придурки в черных костюмах, они, видимо, ищут то же самое. Да, это люди Марлоу. Тут придется попотеть. Ну и ну. Сама выбирай. Странно. Что это за символы? Первый раз такое вижу. Не знаю. Похоже на какой-то механизм. Но кто-то раскидал шестерни по комнате. Эй, вон там наверху лежит еще шестерня. Точно. Попробуй там пройти. Thank you.
Ясно. Не сработало. И это не сработало. Получилось! Класс! Ты уверен, что они ищут именно сокровища? У меня от этих статуй, признаться, аж мурашки по коже. Ждите меня здесь. Пойду посмотрю. Сале, зажигалку. Ага, я иду.
Ясно. Не сработало. Ты как там? Их надо как-то сопоставить с фреской на стене. Думаешь, с верного ракурса можно что-то увидеть? Ну, я надеюсь. Первая дверь открыта. Идемте. Слушай, Нейт, а Фрэнсис Дрейк вообще нашел тот затерянный город? Вряд ли. Похоже, он дошел до сюда, а затем повернул обратно. И потом постарался тщательно это скрыть? Да. А ты не задумывался, почему? Ты о чем? Не знаю. Мне кажется, что все в этом месте... Какая-то декоративная жаровня. Мне нужен факел. Чтоб мне провалиться. Ух ты. Что наверху, то и внизу. Салли, это карта звездного неба. Логично. Бедуины в песках ориентируются по звездам так же, как и моряки. То есть, ты можешь найти дорогу к затерянному городу? Если будет секстант. На флоте я зря времени не терял. Ну да, искал, кому бы пришвартоваться. В смысле? Не бери в голову. А... Запомнить ты это сможешь? Ну, да. Но, может, лучше зарисовать? Ты знаешь, я бы не советовал. Эй, посмотрите. О, ну что ж, живенько. Вы слышите? Черт. Попали. Эй, в чем дело? Отойди от стены. Держи факел крепче. Вот дерьмо. Мамочки. Агрессивные какие? Здорово. Что-то они света совсем не боятся. Факелом маши. Лена, стреляй ты. Стреляю я. Нужно стреляться. Держитесь за моей спиной. Осторожно. Идем, отстреливайся. Я за тобой, Нейт. Вперед. Салли, стреляй! Поднимемся здесь! Не идет! Может, я с той стороны ее открою? Да, не подпускай! Я помогу Елене, делай хоть что-то! Елена, ну что? Елена, ты живая там? Салли, патроны! Секунду! Салли, срочно! Держи! Давай! Как там у тебя? О, господи, Нейс! А, не подпускай! Я помогу тебе, делай хоть что-нибудь! Елена, ну что? Елена!
Ты живая там? Это специальная кнопка. Елена! Ну скоро там? Ладно, ладно. Сали, патроны. Секундочку. Сали, срочно. Держи. Давай. Как там у тебя? Вроде на... Открой ты дверь. Опять эти паскудные твари. Ты знал про них? А меня решил зря не пугать. Эй! Смотрите. Пусть не обманет мир тебя своей красой. Это грезы грезящего. Мираж в пустыне. Чаша смерти ожидает тебя. Мило. Все по-английски? Да. Это писал Дрейк. Стоп. Так что же получается? Дрейк преодолел тысячи миль в поисках Атлантиды песков. И вдруг нашел нечто... что заставило его повернуть назад и даже скрыть все следы своего путешествия. Ну да. Но ты... ты явно не намерен сдаваться. Ну, да. Зачем? Клад ищешь? Салли, ну скажи ему, сделай что-нибудь. Да, Салли, друг, свяжи меня. Вы оба неисправимы. Елена, ну брось, мы просто шутим. Слушай, ты уже победил. Перехитрил ее. Ты знаешь, где город, а Марлоу нет. Тебе этого мало? Прячьтесь, это засада! О, черт! Елена, Салли, пригнитесь! Черта не видно! Салли, ты живой? Да! Ничего не видно! Я ничего не вижу! Thank you.
это все? Надо выбираться. И как же, по-твоему? Сюда, Нейт, я тебя подсажу. Это все? Надо выбираться. И как же, по-твоему? Сюда, Нейт, я тебя подсажу. Осторожней. Так, сейчас спущу лестницу. Так, внимание! Есть! Ну, вот так. Спасибо. Дайте пушки. Туда с ними нельзя. Да, точно. К сожалению. Ну, вроде все. Пошли. Надо делать...